В боях с российскими оккупантами украинские силы используют прицепные пушки Д-44. Эти пушки калибра 85 мм производились с 1946 по 1954 годы в Советском Союзе. Война в Украине показала, что военная техника часто не имеет срока годности, и что, несмотря на прошедшие десятилетия, она может быть полезной на поле боя. Но всегда остается открытым вопрос боеприпасов к устаревшему оружию. Для орудий Д-44 украинские военные получили польские осколочно-фугасные снаряды UO-365КВ. Заявлено, что дальность стрельбы Д-44 осколочно-фугасным снарядом составляет 15 820 метров. Дивизионная пушка Д-44 является универсальной артиллерийской системой, предназначенной для уничтожения бронированной техники и поддержки пехоты во время наступления. Проектные работы, начавшиеся в 1944 году, возглавил советский конструктор Петров. Через полгода новая пушка была готова к испытаниям. В 1946 году новое оружие, получившее название 85-миллиметровая дивизионная пушка Д-44, была использована советскими артиллерийскими частями. Пушка стала поступать на вооружение артиллерийских частей советской армии в послевоенные годы. Основное количество новых орудий получили на оснащение артиллерийские части западной группы войск в Германии. Боевое применение дивизионной пушки Д-44 образца 1946 года отмечено в ряде вооруженных конфликтов второй половины 20 века. Это участие в Корейской войне, Индо-Пакистанский конфликт и арабо-израильские войны. Спасибо за просмотр. Слава Украине!